Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами попытаемся разобраться, как же ученые устанавливали состав органических веществ. И тема нашего сегодня урока – определение молекулярного состава органических веществ. После изучения темы сегодняшнего урока вы сможете самостоятельно иллюстрировать примерами основные положения теории строения органических соединений, приводить примеры взаимосвязи между составом, строениями и свойствами, изомерией и, конечно же, номенклатурой органических соединений. Вы сможете самостоятельно выводить формулу органического соединения по результатам эксперимента и, конечно же, вы сможете выводить генетические ряды между классами органических соединений. Ну что ж, давайте в путь. Итак, все вещества еще издревле делили на две большие группы. К одной группе относили такие вещества, как уголь, медь, золото, серебро, сода, соль, ржавчина. И как мы знаем, сегодня эти вещества образуют класс неорганических соединений. В другую группу относили вещества такие, как белок, жир, спирт, уксус. И мы с вами тоже знаем, что эти все вещества являются животными или растительного происхождения, и их относят к органической химии. И вот первая попытка такой классификации была предпринята еще древними учеными, таким как Абу-Бакр ибн Закария ар-Рази, еще в 9-10 веке. То есть все вещества делили на минеральные, или, как мы говорим, неорганические, растительного и животного происхождения. Но строение веществ в тот период известно, конечно, не было. И вот разгадать тайну органических веществ удалось только лишь французскому ученому Антуану Лорану Лавуазье. Он обнаружил, что при прокаливании минеральных тел образуются соединения различного состава, а вот при сжигании растительных и животных веществ выделяется, как правило, или, как мы говорим, чаще всего, углекислый газ, оксид углерода 4 и вода. И возникает вопрос, как же использовать это открытие Лавуазье для установления формулы органического вещества. Мы с вами знаем, что если мы будем знать состав, то есть из чего состоит вещество, мы, зная его некоторые свойства, можем предположить строение и дальше предугадать какие-то другие свойства, а зная свойства веществ, можно говорить о том, где и как его применять. То есть обратите внимание, взаимосвязь между составом и применением есть непосредственной, конечно, через несколько этапов. И основоположниками методов определения молекулярного состава веществ считают двух ученых – Юстус фон Либих и Жан-Батист Дюма. Аппарат для сжигания органических соединений заключается в следующем, то есть принцип его работы. То есть сама суть анализа заключалась в том, что известную массу органического вещества сжигают и определяют, сколько при этом образуется продуктов сгорания. А затем делают расчеты на основании этих экспериментов. И прибор состоит из устройства для сжигания, обратите внимание на схему, и ловушек для поглощения продуктов сгорания, то есть углекислого газа и воды. Принцип действия современных приборов тот же. Другое дело, что они более усовершенствованы и, конечно же, очень многие из них автоматизированы, компьютеризированы для облегчения работы экспериментатора. Итак, одна из главных проблем органической химии – это определение порядка расположения атомов в молекулах. Мы знаем, что атомы в молекулах связаны не беспорядочно, а в строго определенном порядке, и этот порядок определяется их валентностью. И вот первым шагом на пути к определению вот этого порядка расположения является как раз нахождение молекулярной формулы вещества. То есть мы должны ответить на вопрос, какие атомы и сколько их входит в состав того или иного вещества.
Давайте вспомним. В 11 классе, когда мы только начинали изучать органическую химию, у вас была практическая работа «Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах». И вы помните, что углерод и водород определяют сжиганием веществ, хлор определяют по действию, взаимодействию с раскаленной медной проволокой, так называемая проба по Бильштейну. Качественное определение углерода и водорода в органических соединениях проводит реакции с оксидом меди. Поместим в пробирку парафин. Докажем, что парафин состоит из атомов углерода и водорода. У отверстия пробирки поместим безводный сульфат меди. Приготовим пробирку с известковой водой. Реакция оксида меди и парафина проходит при нагревании. Парафин плавится, и начинается реакция парафина с оксидом меди. Известковая вода мутнеет. Значит, выделяется углекислый газ. Появление углекислого газа подтверждает наличие атомов углерода в составе парафина. Реакция продолжается. В пробирке появился красный оксид меди двухвалентный. Безводный сульфат меди превратился в медный купорос под действием воды. Появление воды доказывает наличие водорода в составе парафина. Итак, перед нами стоит задача определить вещество на основе расчетов и информации о его свойствах. Как можно найти формулу вещества по его элементному составу? Что значит по элементному составу? Давайте рассмотрим такую задачу. Установить молекулярную формулу углеводорода, если известно, что массовая доля углерода в нем составляет 80%, а относительная плотность углеводорода по водороду равна 15%. Записываем дано, омега С равно 80, и относительная плотность углеводорода, повторяю, по водороду равна 15. Что значит найти вещества? Найти их мольное соотношение элементов. Первым шагом, допустим, мы обозначим молекулярную формулу вещества CxHy и найдем число моль атомов углерода и водорода, содержащегося в 100 граммов этого соединения. То есть через x мы обозначаем ню углерода, через y обозначаем ню водорода. Ню мы находим по формуле масса делить на молярную. Сделав расчеты, мы видим, что ню углерода равна 6,6 моль. Аналогично рассчитываем ню водорода. И мы находим, что ню водорода составляет 20 моль. А вот дальше можно пойти двумя путями. Первый путь, или, как мы говорим, первый способ. Сначала найдем отношение между атомами. То есть x относится к y, так как 6,6 относится к 20. И мы получаем, что 1 к 3. То есть простейшая формула нашего вещества CH3. Затем мы определяем молекулярную массу углеводорода по относительной плотности ее паров. Молекулярная масса равна относительная плотность вещества умножить на молекулярную массу водорода. Сделав расчеты, мы получаем, что молярная масса нашего искомого вещества равна 30 грамм на моль.
Теперь мы вычисляем молекулярную массу углеводорода по простейшей формуле. Что мы для этого делаем? Мы складываем массу углерода и всех водородов в нем и получаем величину, равную 15. И нам остается узнать, сколько раз это звено повторяется. Что мы делаем? Мы видим, что масса элементарного звена составляет половины молекулярной массы вещества. То есть наша формула CH3 повторяется 2 раза. И мы приходим к выводу, что истинная формула вещества C2H6. Давайте рассмотрим. Сначала нужно проверим, так ли это. Сделав расчеты, то есть мы рассчитав молекулярную массу C2H6 этана, получаем подтверждение нашим расчетам. Она равна 30. Давайте рассмотрим второй вариант по второму пути. У нас та же задача, данные те же. Вот первые несколько шагов те же, что и в первом варианте. В чем заключается второй способ? Мы находим отношение между атомами, то есть x относится к y как 6,6 20, и обозначив y через x, мы получаем первое уравнение. y равно 0,3x. Дальше аналогично рассчитываем молекулярную массу нашего вещества по относительной плотности. И еще раз смотрим, что молекулярная масса может быть рассчитана уже по-другому. То есть, введя обозначение y через x, мы получаем с вами второе уравнение. А именно, молекулярная масса CXHY равна 12x плюс y. И решив систему двух уравнений, мы находим, что x равно 2, а y равно 6. То есть формула нашего вещества C2H6. Вы видите, что расчеты в обоих способах, они где-то одинаковы. То есть двумя методами мы сначала идем по одному пути и только в чем-то разводятся. Каждый может решать так, как ему удобно. Давайте еще раз посмотрим, как же можно найти формулу вещества. Мы с вами уже увидели по элементному составу. Мы уже сказали, что Лавуазье предложил определять состав продуктом сгорания. Давайте мы сейчас с вами посмотрим, как это делают экспериментаторы с тем же парафином. Чтобы идентифицировать продукты горения парафина, проведем следующий эксперимент. Поместим над свечой сухой стеклянный стакан. Мы видим, что холодные стенки стакана быстро запотевают изнутри. Это значит, что одним из продуктов горения парафина являются водяные пары, которые сконденсировались на стенках стакана. Теперь поместим над горящей парафиновой свечой другой стакан, стенки которого смочены изнутри известковой водой. Вы видите прозрачные капли на стенках стакана. По мере горения парафина видны изменения, происходящие с этими каплями. Они постепенно мутнеют. Помутнение известковой воды свидетельствует о наличии углекислого газа в продуктах горения свечи. Ребят, вы еще раз видели, что определить качественный состав можно по продуктам его сгорания. А если этот прибор еще дополнить некоторыми приспособлениями, которые позволили бы взвесить стаканы до реакции и после реакции, то мы имели бы уже какие-то экспериментальные данные. Давайте посмотрим другой тип определения формулы вещества по продуктам его сгорания.
Перед нами стоит следующая задача. Установить молекулярную формулу вещества, если известно, что при сгорании образца его массой 6,4 грамма образовался углекислый газ объемом 4,48 литров и вода массой 7,2 грамма. Плотность паров этого вещества по воздуху равна 1,104. Предположите структурную формулу вещества, если известно, что оно реагирует с металлическим натрием с выделением водорода. В данной задаче достаточно много данных для того, чтобы определить и качественный, и количественный, и даже предположить его молекулярную массу. Записываем, что нам известно. Это масса сжигаемого вещества, объем углекислого газа, масса воды, и нам известна относительная плотность этого вещества по воздуху. Найти нам нужно, конечно же, молекулярную формулу вещества. Обратите внимание на то, как мы записали «найти». В «найти» у нас два вопроса, сейчас мы к этому вернемся. Итак, первым шагом мы по относительной плотности нашего вещества определяем его молярную массу. Сделав известные расчеты, мы получаем, что молярная масса нашего вещества равна 32 грамм на моль. А дальше мы рассуждаем. Если в результате сжигания вещества образовался углекислый газ и вода, то в составе молекулы нашего вещества есть углерод и водород, и, возможно, кислород. Вот поэтому у нас два вопроса стоит в задаче. Найти два. Записали два вещества. Одно из них будет подтверждено этой формулой. Рассуждение наше следующее. При сжигании органического вещества образовался углекислый газ и вода. Уравнение реакции мы не пишем, мы пишем только схему реакции. А дальше определяем массу углерода в анализируемом образце. Если в исходном веществе был углерод плюс кислород, образуется CO2. Соотношение углерод и углекислый газ, как вы видите из схемы реакции, 1:1, то есть μC равно μCO2. Значит, нам остается узнать количество вещества углекислого газа, и мы сможем определить количество углерода и его массу, входящий в состав нашей анализируемой навески. И мы получаем, что μCO2 равно 0,2 моль. Тогда масса углерода составит 2,4 грамма. Аналогично мы определяем массу водорода в анализируемом образце, исходя из схемы. Для образования одной молекулы воды нам необходимо иметь два атома водорода. Или, другими словами, на образование 1 моль воды расходуется 2 моль атомов водорода. Находим количество вещества воды, оно в нашей задаче составляет 0,8 моль. В таком случае масса водорода будет равна 0,8 грамм. Продолжаем наши расчеты. Задача у нас та же. Итак, давайте уточним, есть кислород в нашей молекуле или нет. Рассуждаем следующим образом. Взяли для анализа 6,4 грамм вещества. Из них 2,4 грамм приходится на долю водорода. 0,8 грамм приходится на долю водорода. По разнице мы находим, что здесь на долю кислорода приходится 3,2 грамма. То есть сумма масс углерода и водорода не равна массе вещества, взятого для анализа. Это означает, повторяю еще раз, что в нашем веществе присутствует кислород. Аналогично рассчитываем количество вещества кислорода. И мы получаем, что ню кислорода равно 0,2 моль. А дальше по известному нам алгоритму мы находим соотношение между x количество атомов углерода, y количество атомов водорода и z количество атомов кислорода. Мы получаем простейшую форму C1H4O1. Рассчитываем массу простейшего звена и получаем 32. Молекулярная масса, относительная молекулярная масса равна 32 единицы.
и определяем молекулярную формулу искомого нам вещества по относительной плотности. Смотрите пункт первый в решении задачи. И мы видим, что у нас молярная масса нашего вещества и масса простейшего звена совпадает. То есть истинная формула CH4O. Вы видите, как по экспериментальным данным мы определили и качественный, и количественный состав неизвестного вещества. Нам осталось закончить задачу, а именно предложить структурную формулу вещества, если известна его химическая активность. Итак, если вещество реагирует с металлическим натрием с выделением водорода, мы предполагаем, что в нашем веществе есть гидроксильная группа. Из молекулы CH4O, выделив гидроксильную группу, мы получаем, что формула нашего вещества CH3OH, а это есть метанол или метиловый спирт. Итак, если вы хотите совершенствовать свои навыки, решать задачи, мы вам предлагаем две задачи для самостоятельного решения. Они довольно-таки занятные. Первая задача. Некоторое органическое вещество является хорошим средством для укрепления ногтей с клинически доказанным эффектом. Оно помогает предотвратить расслоение ногтей и обеспечивает его длительную защиту. Установите его молекулярную и возможную структурные формулы, если при сжигании образца его массы 1,2 грамма образуется 1,344 литра углекислого газа и вода массой 1,26 грамма. Относительная плотность паров этого вещества по азоту равна 3,43. Известно, что искомое вещество способно вступать в реакцию серебряного зеркала. И вторая задача. По легенде, Коко Шанель попросила Эрнеста Бо создать искусственный женский аромат, который пахнет женщиной, цитируем дословно, подчеркнув, что под искусственным ароматом она имеет в виду новый созданный человеком аромат. Создавая первый аромат Шанель, Бо экспериментировал с альдегидами, синтетическими цветочными запахами. Это вам подсказка. Запах свежести, к примеру. Название Шанель номер 5 предполагаем, что было выбрано потому, что число 5 было любимым числом Коко Шанель. Есть информация о том, из каких ингредиентов состоит Шанель номер 5 здесь. Есть и верхние ноты, и нижние ноты, но нас сегодня интересует формула вещества, придающая вот этот экстравагантный запах. Определите молекулярную и возможную структурные формулы одного из компонентов Шанель номер 5 по следующим данным. При сжигании этого вещества массой 1,56 граммов образуется 2,24 литра углекислого газа и вода массой 1,8 грамм. Известно, что пары этого вещества в 39 раз тяжелее гелия, а также при взаимодействии с гидроксидом меди-2 в щелочной среде образуется кирпичный осадок оксида меди-1. И, ребята, если вы хотите испытать себя, решайте задачи. Здесь, конечно же, территория ваших возможностей. Мы желаем вам успеха в освоении химии. До свидания, до новых встреч!